Поехали, ребята. При альфа-версии. О, блин, вот эта карта, я помню, да. О. Блин, ностальгия. Тут еще мобы стояли посередине. Такой лагерь, по-моему, средних мобов, желтенький. Вот, если у вас будут какие-то вопросы в чате, можете меня спрашивать. Буду отвечать на них по возможности. Опачки. Так. Ёлки-палки. Что? Сколько у меня здесь рабочих? 4? Так, пошли. Да. Тут даже красная точка. Ага, то есть такая карта на развитие. Блин, ну 20-30 FPS это не очень много. Как-то ресурсов больше, по-моему. По-моему, хватало. Хватало их впритык в свое время, чтобы заказать бараки. Блин, ну с FPS что-то печаль вообще. Ладно, сейчас посмотрим, как будет развиваться. Ну, оптимизация, конечно, далеко, учитывая, что это ранняя альфа. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, давайте форсируем. Да, компьютер-то, наверное, помощнее нужен. Ну, хотя он у меня довольно мощный. Блин, я даже бинды не забыл. Так, сейчас у нас появится такая геройка Фарсира, весь в броне. Я помню, именно в самом Варкрафте там брони-то у него особо не было. Так, пошли тогда крепить зеленую точку. Тут подмикриваем. Ну, так-то, конечно, красивенько, но с оптимизацией беда. Tomb of Strange подбираем. Пошло Т2. Сейчас мы постараемся подхарасить нашего оппонента. Тут они все спящие, да-да-да. Так и осталось. Что-то как это вообще проблема с голдой. Ага, здрасте. Ой, застрял. Да и что же это такое? Ладно, отходим. Это грунт. О, классно отображается у нас в валке. Так, у меня куда-то пропали настройки курсора.
не отображаются это, они зелеными стрелочками. Но нам надо, да, успеть сейчас пройти. Так, на F1 герой тоже. А почему F3, а почему не F1? Всю жизнь были на F1. Да. О, смотрите, как лечение выглядит, да? Все-таки в Warcraft в оригинальном это был таким порошочком, оно посыпалось. Да, ну тут изи, в принципе, забрать. Сейчас Т2 у нас закончится. Ну, представляете, у меня в 2015-м тянет игра 2003 года. Так, это что такое было? Так, ну ладно. Так, а зомбистиари. Цвета подсветки, конечно, тоже, ну, довольно блекло они выглядят, скажем так. В Warcraft 3 они все-таки как-то намного ярче выделялись. Ладно, сейчас купим еще хила и пойдем. Пойдем получать третий левел. Так, а что это? Это остров, да? Прикольно. Сейчас Shadow Hunter ждем, когда выйдет. ФПС просил, ребят, капитально. Нет, тридцаточка. Ну, то есть, как на всех играх на PlayStation 3 или Xbox 360. Так, ладно. Хватит ждать. F4, блин, ну... Это, скажем, совсем не лучшее решение. Вот так вот биндить героев. Ну, то есть, F1 и F2 они всегда были. Ох, их ёлы пало. В центре Вардса тут. Ну, чё, через Shift нельзя повлечить? Жаль. Блин, ну, это реальная проблема. В принципе, бинды все остались такими же. В целом. Вот. Но вот с героями. Тут есть где-то в настройках. Геймплей. Хаткейс. Понятно. Будем тыкать на F3, на F4. Так, где наш райдер? Так, и на табуляцию не переключаются группы, что как бы тоже не очень хорошо. Блин, ну я не заберу эту точку. Мне нужна сетка к райдерам. Придется ждать ночи, чтобы пойти в атаку. Так, экспанта поставить негде. Блин, почему F3, F4? Мне вообще непонятно. Так, что там, сетку у нас доделалось, да? Возможно, как-то настройки биндов связаны с настройками в профиле StarCraft именно. Сейчас я посмотрю. Кейс. Все равно F3, F4. Окей. Research complete. Of course. I am seeing. Да нет же, F3, 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 я забыл совсем.
А чё Spirit Link-то мы не пускаем? Фокус. Господи, всё. Не, давай отойдём, я что-то вообще ничего не понимаю, что происходит. Так. Так. Так, ребята, только никаких там обзывательств. Тут не я виноват. Отлично. А чё вы умерли-то все? А почему он умирает-то? Да полечи ты его. А чё ты не лечишь-то? Ну? Ну? В смысле? А почему Spirit Link у него ХП отнимает? Чего? Не-не-не. Ну? Ну, это же... Да. Я не знаю, ребят, можно ли здесь менять билды под себя или нет. Ладно, кодовый построим. Я не могу полечить своего райдера. Так. Оп, получилось. А до этого не получалось. То есть у меня три хилки ушло просто вот в никуда. Так, ладно, сделаем ХП грунтам. В целом, как бы, герой прорисован, ну, отлично. Просто очень. Мне вот нравится именно прорисовка, очень классная. Но, ну, безусловно, без своих привычных биндов играть очень сложно. Сейчас у нас фарсирчик наконец выйдет. Себя ты не хочешь полечить, Алёша? Давайте апгрейдики начнем клепать постепенно. Еще из полной маны фарсир вышел, да? Прикольно. Ладно. Дубль 2. О, книжечка. Ага, драконов-то тоже забрали. Блин, ну, то, что вот сейчас я не могу группу переключить. Ну, возможно, это как бы не погрешность игры, а мои настройки какие-то в... Ну, в профиле СК-2. В принципе, можно и вручную, конечно. Здрасте. Кодой нам нужен для ауры, в первую очередь. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ничего не понятно. Да что происходит-то, как это контролить все, я не понимаю просто. Да куда все бежит-то? Кодом бы надо кого-то съесть. Ёлки. Не, когда уходит домой к себе. О, что ты там выпил такое? А, он с центра забрал поишен. Прикольно. Это он умер, или это была иллюзия? Короче. Короче, играем как играется. Сейчас похиляемся. Так, а шоп у нас... Ага, надо в шоп сходить, пойти свитки купить. Блин, ну F4, F5, это вообще беда. Destiny awaits.
eyes are my life for the horde. Так. Что это такое? Что это такое вообще? Ну? А не хочешь у нас эту лавочку выбрать ты? Зулджина-то. Нет? Понятненько. Ну, давай передадим. Лечим еще Крадоя. Да, блин, конечно, что мне 30 FPS будет в игре 2003 года. Ну, я никак не мог ожидать. Да какие... Кого продать? Ты издеваешься. Я тут еле купить что-то могу, а ты еще говоришь, чтобы я что-то продал. Короче, мы сейчас маскролами затаримся просто. Ну, где указать курсорчик-то? И кто это купил? А как второму? Ну, нет? Короче. Да, верно, нам пригодится. Это что такое? А, это юниты идут? Я-то думаю... это иллюзия. Ёлки-палки, слайд-шоу просто. А мы идем на мейн. Ну тут беда вообще. Да нет же. Ну чё, он хочет на ТП нас развести, что ли? Короче, я лучше предлагаю. Ну я ж нажал ТП-то. Да два раза же нажал ТП. Тебя в хекс. Никуда ты не уходишь. Чё, короче, произошло, я так и не понял, но... мы скорее всего выиграем. Нет, нет, стойте, дайте мне ТП купить. Кто ТП-то купил? Кого ты бьешь, да? Да ладно. Мне просто армия взялась, закусила Зулджина. Да и стойте вы, войска этого, ради бога. Ради Зулджина, оставайтесь на месте, ничего просто не делайте. А, голода нет. Сколько тут у нас? 5? Нет, больше, 6, да? Ладно, золота нету, но оно нам и не нужно. Так, у Зулджина возьму второе лечение, потому что, ну, подлагивает, да, сильно. Как-то у ребят с Back to Warcraft все как-то порезвее смотрелось. Может быть, мне нужно, не знаю, слип оставить какие-то карточки. Ну чё, выходи на честный бой. Да, блин, что такое? А чё так больно-то? В общем, короче, убить вот этого дядьку. Хорош. А чё сетка-то? Чё сетка? Кулдаун? Чё-то великоват кулдаун. Ребята, в общем, с помощью
неимоверного микро. Да поймайте вы его. Невероятного скилла. Нам удалось затащить. Фу. Это было непросто. Не, ну я даже подлечил, как бы. Видите, я же микрил. Блин, но... Да, у меня компьютер просто не тянет. 30 FPS. Ну, в целом, если сделать контрола нормальные, да, чтобы выбирались герои, ну, видимо, большие проблемы у меня именно из-за того, что лагает все. Довольно серьезно. Привет всем ребятам. Да что в курс дела? Мы играем Warcraft 3 на движке СК2. Вот, ребята любезно поделились доступом в закрытую в преальфу. Но в целом было несложно. Пикает это когда вы мне в приват пишете в личку, вот тогда оно пикает, ребят. Давайте я, наверное, отключу звуковое оповещение. Все, можете мне писать, пикать не будет. Ой, у меня ПМ-то еще было, сколько там, под 116. Ждем приглашения в игру. Ну, в целом, сейчас нужно будет больше сосредоточиться на разборе того, что есть и как это работает. Когда ты в прошлом проиграл несколько лет в третий Warcraft, ты не можешь просто так, знаете, разобраться, там, посмотреть, кто что, ты начинаешь строить, фармить и играешь на победу. Не могу я пустить, ребят, настройки. Сейчас я спрошу, можно ли... Ой, не стоит, да? Но говорят, только так. Сейчас будем играть хумами. Красными. Ancient Isles, ребята. Вы понимаете, да, это что? Это та самая карта. Какой поэ? Зуч, привет. Так, поехали. Четыре. Блин, так симпатичненько, конечно, все. На самом-то деле. Блин, а я вот не помню, кстати, Build Order. Сначала же бараки, да, потом ферма. А, ну, и так сойдет. Так, это Ancient Isles, та самая. Все в целом на местах. Ну, единственное то, что лес на карте выглядит не очень таким... Не очень привлекательно. Блин, я забыл билдорера за хуманов. Бывает же. Я бы, конечно, сыграл бы на чем-нибудь таком стареньком, типа Turtle Rock'а. Да строй я ферму, отстань. Иди собирай золото. Дай на тебя посмотреть. Блин, ну смотрите, фигурки прям качественно сделаны очень. Тени и все, я думаю, когда будет оптимизация и высокое качество, ну, можно будет играть на высоких качествах графики. В целом, как бы, меня все устраивает. Козел.
Ну, да, это овца. Да? Ну ладно. Окей. Job's done. Ready to work. What is it? Righto. What? More lumber is required. What is... Чё? Да хватит. Да ладно. Да как отменить на эскейп-то? Пацаны. Нас предали. Ещё и бараки атакуют. Вот это да. Футмана посмотрим. Да какой андератак? Все, успокоились. Не, ну красиво, конечно. Ребята, видно, что тут работа громадная проделалась. Как выглядит Архимаг у нас? Ну, это просто, я не знаю. Круто? Нет, на самом деле выглядит все очень круто пока. Ну, кроме лагов, конечно, пинга и... И F3. В виде выбора героев. Так, заказываем сразу магическую вышку. Весь баланс сохранен. Ну, то есть точка просто точно так же легко убивается. Элементарь выживает. Овцу мы убиваем, конечно. О, увидели, как анимация. Только почему-то не кровь из овцы вылетела, а какая-то жидкость такого... Прошу прощения, коричневого цвета. Да, видимо, овца была... Ладно, я не буду шутить на эту тему. Переодеваемся в милиту. Идем забирать оранжевую точку. Да, и не видно, пропали куда-то это все. Ну, я же нажал атаковать-то. Забираем второй левел. Ring Protection. Конечно, шляпа. Ага, тут прикольный бинт есть по умолчанию, что Town Portal просто на Q будет работать. Так, а чё? Arcane Tower. А, видимо, они не нарисовали еще то, как должна выглядеть Arcane Tower. Ну, где мой ламбармил? Ребята, вы чё там рубите? Идите сюда, рубите. Так, все хорошо. Вот эти еще точки можем зеленые забрать. Строится Аркан Тауэр, строится у нас магазин. При наведении на время почему-то не появляется, не отображается, сколько сейчас время в данный момент. А, эту точку он забрал уже. Ну, какой он хитрый, блин. Пошли к нему сходим, подхарасим, кстати. Блин, F3. Блин, ну F3 это провал. Заберем его в зеленую точку, он уже забрал. Блин, какой-то он крутой у нас. Вообще, надо раньше приходить и ломать боровсы. О, видите? Тайминги-то не меняются. О, смотрите, как футмен завис в воздухе. Не-не-не, пропустить инвалида. Конешку пропусти. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Видели, как я размикрил? Изи просто. Просто изи. Easy game, easy life. Так, давайте закажем Молотун Кинга. И нужно строить две БРки для кастеров. Да я же убежал уже. Да, пф, конечно, сейчас ты нахарасишь мне что-то. Я в Warcraft 5 лет играл. Блин, ну куда-то пропал курсор с отображением. Но я искренне верю, что мы бежим туда, куда надо. Чё так дорого-то? Так, полечимся. Биним сразу две арканки. Ну, это типичная страта против орков. Маскастеры
С потом добавляются спеллбрейкеры там. Ну, по ситуации кони. Прикольно, они так в воздухе залипают. Так, выходит МК. Ну, МК точь в точь. Блин, видно, вот руны всякие на топоре. Класс. Настоящий мурадин. Так, молоточек берем. Так, надо вообще ставить экспанд, ребят, я так думаю. Сейчас с ментами пойдем захватим. Захватим себе экспанд сразу. Тут, по-моему, есть пуджер один. Да, вот он. Мы в него молоток. Вызываем элементаля. Вызываем, говорю, элементаля. Да, короче, через атаку. Так. Нет. Нет, я сказал. Да, я сказал отменить. На эскип, к сожалению, не отменяется. Так, менты. Что тут у нас выпало? Ring of Protection. Этот возьмет. Толстый гном. Так, а вы, ребята, давайте... Блин, что-то дерева-то не хватает. Так, ставим экспанд. Ну, хватит! А, тут даже так не отменить. Блин, ну тут, видимо, АИ чуть не продуман пока. А, побежим, сходим за хилом. Подстроим рабов на дерево. Что-то дерева не хватает катастрофически. Не, кельталас. Давайте третьим кельталаса покажем. Покажу. Так, в общем, я кастеров сразу забинжу лучше на Т2. Да хватит. Угу. Так, пошли, надо шоп уже забирать. Блин, ну что, у меня курсоры пропали, это, конечно, печаль. Чё, Джобс Дан, идите собирайте, негры. Ты иди собирай. Окей. Так, давайте посмотрим, как у нас нарисовано. Ну, главный атрибут 40 на месте, как бы. Все хорошо. Присты тоже. Ну, в этом плане, конечно, все очень круто. Тут пока только небольшой недостаток в том... Чего-чего? Что-то рановато на нас напали, если честно. Еще приста, еще 40. Лондов, Люжес. Пойдем проверим, нет ли у него экспанда. Третий левел получаем. О, смотрите, смотрите, зацепился тут как за иллюзию. Короче, что-то происходит. Да отвали ты, противный. Нас пытаются зафокусить. Удачно подрались. Экспанд работает. Вышечки такие аккуратненькие. Тоже красиво симпатичненькие. Так, нам нужно заказывать Т3. Пошел Т3 у нас. Так, тут есть у нас наемные тролли.
Вот, я думаю, интересно будет сейчас их нанять, посмотреть, как они тоже выглядят. О, Tom of Experience. Ну-ка, ну-ка. Третьим К. Вообще на изичах. Так, раз, два, три. Угу. Ну, тролли как тролли. Ничего особенного. Тоже довольно качественно прорисовано все. Вот, и надо, наверное, нам в Грифона выходить. Вот так вот. Тут подстроим чуть рабов на сбор. А, красную точку, кстати, можно забрать. Блин, о, 50 FPS, это мапа получше. Да нет, ну подожди, ну какой ГГ? Ну, мы же не будем так быстро вносить противника, хвастаясь своим скиллом. Вот, нам надо сейчас респектнуться и посмотреть, как в игре выглядит Blizzard. О, Monastown. А, ну тоже пускай он там будет. Да, давайте это сделаем. Так, скоро будет третий левел. Блин, а тут же можно с таверны кого-нибудь купить. Давайте возьмем кого-нибудь с таверны, посмотрим. Вот смотрите, там светомузыка какая. Вот что это были? Это были верны, что ли? Иди-ка сюда. Дружок. Да, это была ошибка со стороны игрока. Блин, а чё, книжки нету, что ли? Да как кибомолоток в него! Заставили прожать ТП. Даже с 30 FPS можно тащить. Так. Ага. О, тут пока только Питлорд есть. Поэтому давайте посмотрим, как выглядит Питлорд. Сейчас только фермы поставим. Фермы подстроим. Блин, такой кип красивый. Круто, в общем. Выглядит все прикольно. Надо еще Таурок. Твиверн. Так что сейчас... А, можно Фута убить, например. Ну. Так, и... You cannot control... Окей. О, Питлордик, Питлордик, ребята. Да, респект, жалко, что не работает, конечно. Я бы на Близзардик бы посмотрел. Ух. Ну, что это? Ну, блин, ну анимация Фаршторма пока, скажем так, в разработке. И вот этот какой-то розовенький дымок. Ну, все списываем пока на раннюю версию игры. Тут что осталось закрепить, нет? Okay. Так, давайте посмотрим теперь Хавка и Грифона закажем. Чё, а чё тут нельзя заказать? Да ладно. Нет еще иконок пока прорисованных, правда. Так. Ты чё, какой экспанд? Просто неуважение. Удаляй, короче. Нельзя. Нельзя. Никаких экспанд. Экспанд в этой игре будет только у меня. О, построился Хавк. Тихо, тихо. Да ладно, ну нет же.
Блин, да дайте мне кого-нибудь выбрать. На тебе. Короче, что-то, пацаны, это... Короче, я сваливаю. Да как выбрать-то ЦТ? Че, не поражал, что ли? Да Ку. А, все, на Ку ТП. Да не, хватит. Блин, Блэйд уже пятый. Смех смехом. А вы понимаете, да? Что да как? О, вышел Грифончик. Чё-то как-то маловат. Этот, видимо, какой-то худенький вышел, потому что не доедал по ночам. Ну, нарисовано все очень красиво, как бы. Даже белый Хавк мне нравится. Они, конечно, были желтоватые такие. Но очень красиво. Тут, без сомнений, ребята на славу постарались. А вообще, я думаю, нам больше 240 не надо. Мы сейчас просто в Inner Fire выйдем с вами. Интересно, он забрал ту точку? А, так, надо ТП купить. Угу. Затарили по полной Архимага. Еще сорочку можно. Ладно, сейчас дождемся, пока все построится, и можно будет идти выносить. Так, по юнитам мы... Ага. Блэксмиш, окей. Ну-ка, быстренько построили. Там еще рифов надо будет подстроить, посмотреть, как выглядит. А, блин, ребят, ну поймите, что это сейчас все на лоу, на медиум настройках, и у меня с трудом компьютер это тянет, учитывая, что я в StarCraft и на ультре могу играть. Yes, вот. Yes, так, у нас появился Inner Fire. Тут тоже недоделано. Обычно ты, когда переключаешься с лечения автоматом на Inner Fire, то одно убирается. Здесь две иконки анимированные. Ну, это, скажем, по мелочи. Да, StarCraft у меня идет на ультре. Он у меня начинает лагать только в замесах, там, 2 на 2, 3 на 3. Вот. А тут что-то... А чё, тут-то его закрепили? Ой-ой-ой-ой-ой, мы-то тут и... Слона-то я не заметил. Четвёртый МК получает. Ой, классно, мы получаем артефакт на хпшечку. Так, сейчас ждем коня. Ага, можно убрать все-таки лечение, и будет только оставаться Inner Fire. Круто. Вот это круто. Так, и пришла у нас лошадь. Блин, ну лошадь вообще практически как этот. Как в Героях Третьих. Очень все круто. Ну, красиво. Единственное то, что на таком пинге, к сожалению, я не смогу потестить окружения различные. Вот, это как бы принципиально тоже важно для механики игры. О, книжечку забыл. Как ты мог? Ну, ешь книжку. Конь, ешь. Вот. Все, в последний бой. Надо будет следующую игру за орков опять сыграть. Я думаю. Потому что у нас что-то первый раз не зашло. Ой, да ладно тебе. А где Inner Fire-то? Чё тут? Да ну, какие катапульты, ладно тебе. А, вот есть Inner Fire, все работает, круто очень. Да иди, убей тут.
Что-то как-то куда-то не, та, не туда армия пошла вся. А мы вот так вот сделаем лучше. Оп. Оп. Ага, работает. Чё, иди сюда, катапульта. Какая-то одинокая вообще забытая катапульта приползла. Так, идем мы в лоб. В целом мы посмотрели карту, посмотрели прорисовку сейчас всех юнитов. Фермы такие домашненькие прям. Здорово. Но вот в F3, F4, F5 вот это, конечно, к этому надо будет привыкнуть. Но я думаю, это только на стадии. Ой, тут замес. Да, конечно. Инвулт ее успею прожать. Я же не нубас. О, смотрите, какой инвулт. Вы видели это? Просто такой шарик какой-то над головой. Прикольно. Чё? Это не наш кадовик? Ну-ка, Близзард. Близзард как Близзард. Ой, класс. Такие прям... Чё это такое? Это какие-то палатки для ночлега у эскимосов, похоже, да? В общем, я не знаю, что это. Но выглядит это забавно. Так, что-то мы можем сейчас отдаться, на самом деле. А, это купол от статик трапов какой-то. Я не знаю. Но выглядит это прикольно. Ну подождите, дайте базу туда ломать рез сразу. Я тут наслаждаюсь, собственно говоря, процессом победы. Ну-ка, Близзардик пошел. Пошел Близзард. Класс. Я доволен. Окей, выходим из игры. Так, опять нужно попробовать сыграть сейчас с орками. Не так много всего у них потестил я. .146 АПМ, кстати, пацаны. Так, какие-то вопросы? Да, не успеваю что-то читать слишком. О, тут 2 на 2 сейчас будет, пацаны. Найс. Давайте я через пару минут подойду. Сейчас быстренько к вам вернусь. Так, я тут. Нас уже 39, даже кто-то пытается нас просматривать на виде. Так, мы ждем сейчас игроков, и это будет 2 на 2. Я, конечно, постараюсь. Знаешь, Велес, честно, если... Именно не могу составить пока в полном впечатлении из-за вот того, что FPS сильно падает. Очень, ну, в целом прикольно. То, как все нарисовано, то есть я если представляю, что если не будет никаких вот лагов таких, да, я считаю, что довольно прикольно это все будет выглядеть. То есть ребятам еще очень много работы предстоит, и, безусловно, оценить это мы сможем только с выходом релиза.
Но так прикольно. Вот мелкий, ну, то есть при альфа тут судить строго о продукте пока нельзя, но мне нравится в целом. В целом все довольно прикольно. Так, ждем мы, когда у нас загрузятся все игроки в 2 на 2. Сервер, Европа, да, нужна для запуска игры английская версия. Нет, ну что значит лучше ВК3? Безусловно, к ВК3 я намного больше привык. Пока очень рано судить, что лучше, что хуже. Тут, ну, это отдельный продукт, и его нужно рассматривать и судить как именно отдельный продукт выпущенный. То есть это, безусловно, не станет заменой оригинальному Warcraft, но, может быть, в будущем при усиленной работе парней это будет пользоваться популярностью как какой-то отдельный мод. Может быть, даже какие-то турниры будут проводиться. Тут только пока две расы, а вы уже говорите, как в целом игра. Ну, нельзя слишком рано об этом судить. Ждем, пока ребята загрузятся. Но поиграть в это будет точно интересно. Я думаю, многие старички попробуют. Тем более те, кто ушел в свое время с Варкрафта как раз в Старкрафт. Выйдите из лобби. Я вышел. А, ну, видимо, не всегда получается прогрузиться у любых ребят. О, Turtle Rock. Это крутецкая карта, на самом деле. Одна из моих любимых в прошлом. Ну, только никогда у тебя там какие-нибудь close респы с хуманом или андедом. Или орком даже, да. Нет, ну с орком нормально, орком можно было застроить неплохо. А, запушить, точнее, на ближних респаунах. Но и он тоже нехило там напрягал. Вообще, конечно, вот если Turtle Rock кросс респы брать, вот это была крутая карта. Пробуют ребята загрузиться. В целом, можете отписаться, как у вас трансляция, как по звуку, но вроде бы все хорошо. Чего вы там обсуждаете? Непонятно. Не получается, ребят, зайти, к сожалению. Я, конечно, думаю, что если у меня в 1 на 1 лагает, то 2 на 2 это будет вообще, конечно, слайд-шоу. Опять выходим. Но я думаю, еще разок попробуем пересоздать. Там еще в соло сыграем. После вот этой игры, наверное, я постараюсь все взять. О, загрузилось. Найс, найс. Найс. Сейчас будет 2 на 2, пацаны. Два орка против двух хомов. Я надеюсь, ничего у меня не сгорит. Может быть, кстати, лагает из-за того, что я запись в ОБС поставил. Как вариант. Но вряд ли.
Нужна просто машина помощнее. Вот так с этими прорисовками деревьев, на самом деле, смотришь, как будто какая-то другая карта. Но нет, все то же самое, на самом деле. Даже помню, с какого тролля Блейдмастеру итем выбивать вот здесь, на магазине. Не, на самом деле, что первое настораживает, это то, что рабочие сами идут собирать золото. То есть, это фишка Старкрафта. В Варкрафте такого никогда не было. Респауны просто царские для 2 на 2. Так, сейчас мы увидим легендарных черепах Тартл Рока, кстати. Я, кстати, помню, играл в РТ много и в 2 на 2. Ну, то есть у меня, например, в Варкрафте был 46-й левел. Ой, что-то так громко. Был 46-й левел в соло, и я часто играл в 2 на 2 в РТ. Это Random Teams, когда тебе подбирали случайного оппонента. Вот, и помню, делал статистику, там что-то там 20 на 0, да, 25 на 0, ну, по приколу. Было весело, кстати. И когда тебе попадался оппонент, ты просто шарил контролы с ним, вот, и руководил его армией, чтобы просто выиграть. Это было прикольно. Jobs done. Смотрите, деревца какие красивые, ребят. Да? Все, противника. О, смотрите, какие черепахи прикольные. Вообще едок. Нападаем мы на черепах. Не-не-не, черепаха, ты не должна бить по грунту. Ты должна бить Блейдмастера. Тупое ты животное. Смотрим, что вывалится. О, ну. Сапоги, я делаю то, что мне нужно. Чурюпахи, смотрите, какие прикольные. Не-не-не, чё за мапхак? Пошли за... Показываем. Ну давай, ты два. Да отменить. Блин, почему на эскейп не отменяется? Вот это плохо. Сейчас ночью главное купить... Boots of Speed. По-моему... По-моему, с вот этого тролля выбивается девайс. Я не пропустите меня! А, да, там книга XP. Я что-то, по-моему, я ее съел. Где мои все грунты, я не понимаю. Вы куда убежали-то, ребята? Тихо. Так, ставим боров, ставим... Денег катастрофически не хватает. Ой-ой-ой.
О, оппонент тоже вышел фармить. Хорошо. О, клава атаки вообще шикарно. Сейчас только похиляемся. Так, нам нужен третий блейд. Ну чё такое-то там? О, блин. Какие замесы. Пойдем напряжем тогда союзника, точнее врага. О, прикольно. Он побеждает. Тыкаем в коня. Блин, не тыкаем в коня. Тихо, тихо, тихо. Пытаемся кружить. Тихо, тихо, ты что ж ты делаешь? Да, что-то как-то с окружениями. Найс. Так. Блочим грунтом, блочим. А, ну конечно, да. Ну ладно, можно глименталя забрать. Не, ну неплохо похарасили. Что-то там. Опачки. Блин, это надо будет убивать. Так, и второй герой у нас где? У нас был уже Shadow Hunter. Ну, давайте возьмем Таурн Чифтона. Ну, как бы, ТЦ плюс Блейд не лучшая комбо, но... Интересно, я могу еще кого-нибудь взять, кроме Питлорда? Ну? Ну? Нет? Нет, нет, очень жаль. Да, и еще видно, что не доделан. Тыкаем в коня, короче. Стандартная тактика всех орков. Всю жизнь. Это тыкать блейдом в коня. Правой кнопкой. У нас есть Boots of Speed, у оппонентов нету. Да, убили мы коня. Отводим Гранта. Отводим второго. Да ладно, не отводим, я пошутил. Блин, ну тут что-то, короче... Ну-ка! Ух! Шоковый хорош. Подтупливают еще войска, конечно. Видно, что на ДАИ еще много работы предстоит. Да ладно, давайте все убьем, мне пофигу как бы. О, не-не-не, короче, пацаны, мы будем делать Bloodlust. Вот там Питлорд пришел. Поэтому мы оставляем союзника на растерзание и уходим просто. Так, ладно, больше грантов нам не надо. Блин, не привыкну, что нельзя на эскейп отменять. Ну, можно и вручную, это, в принципе, не так сложно. Чё там у нас? Блин, а цвета? О, можно цвета, кстати, менять. Крутецки вообще. Это крутяк. Блин, да нет, что-то раньше у магазина не очень какой-то. Раньше он выше был. Да что такое?
Не, ну хватит, ну за что? Пойдем на, блин, этого. На врага тогда, если они там вдвоем. Короче, у нас сейчас главная тема, это достроить Т3 Bloodlust. О, вижу первую жертву. Ой, смотрите, сейчас будет шоквей, пацаны. Да где, да... Ты... Хорош. Уходит у нас райдер, коцаны. Отводим коцаного райдера. Сейчас убьем алтарь. Блин, ну так-то прикольно. Так, Bloodlust. 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 Заказываем боровца. Берем ауру. Все, уходим. Развивайся, пожалуйста, на здоровье. Я не мешаю. Не мешаю. Я думаю, пора вернуться к Варкрафту, чтобы поехать потом на ВЦА и выиграть его. Как вы думаете, ребят? Не, начинаешь привыкать со временем, на самом деле. Давайте, давайте, я хочу Bloodlust'ика. Пойдем пофармим. О. Ну, оппонента все нормально у нашего союзника. Он застраивается вышками. Вова, поинт. Ребята, смотрите, легенды у нас на канале. Сам поинт. Это, ну, легендарная, то есть персона в мире. Просто в мире. Вот. И он... О, пошел Bloodlust. Тема, тема, тема. Грантиков еще подстроим. Пошли апгрейды. Бетон. Это не просто поинт, это тот самый поинт, чтобы вам было понятно. Так, да, ты можешь мне помочь, мне нужен вул. Купилось, да, жалко, стрелочки не отображаются, все не очень удобно, но пофигу. Так, третий герой где? Ну, третий герой вообще не берется, поэтому мы не будем его брать. Пошла сетка. Сетка, кстати, такая прикольная тоже. Чувствую, у меня сейчас Блейдмастер гуфнется просто на черепахах. А как насчет полечить Блейдмастера? Да, спасибо. Лечится, да, Блейдмастер? Что-то он как-то раньше, по-моему, лечился. Блин, опять пришли на союзника, что делать, я не знаю. Так, пойду схожу за хпшечкой. В это время пойдем пролевелим ТЦ до третьего. Ага, тут ничего нету. Блин, на красной точке. И хватит, хватит, хватит. Давайте шаманчику с хилом построим. О, Tom of XP, хорош. Да возьми же ты его. Да толстый, ты что-то не можешь-то. Чё-то я не понял, был же Tom of XP. А XP чё-то не прибавилось. Очень жаль.
Надо взять свиток. О, мы тут итм забыли, кстати. Блин, что-то какие-то наглые хуманы. Короче. Катапульты пошли. Я знаю, что я сделаю. Мы сейчас купим быструю базу. Быстрый экспан, точнее. И поставим его вот здесь. Так, есть кристалл болл. Тут что? Ничего. Ну, в атаку, просто в атаку. Да поймайте этого урода. Что это такое? Это инвулк. Нет, стоять. Стоять, ты не уходишь. Короче, вот этот шарик, это инвул. Что-то инвул как-то быстро проходит. Нет? Нет? Да. Окей. Да, тебе надо самому то экспан поставить сначала. Окей. Блин, ну группы то, что не переключаются, это, конечно, косяк. Неприятно. Ну. Да, ну нет. И, кстати, войска атакуют... Ну, то есть, в Варкрафте, насколько я помню, атаковали первое строение, которое есть. А здесь атакуют тот юнит, который вас же атакует. В общем, как-то... Что происходит? Что происходит? Ну, в общем, как-то странно, пока все это происходит. Шоквейв никуда. То есть у меня непонятно, какой юнит у меня войска атакуют. Раньше с этим проблем как-то не возникало. Да и что такое-то, ну? Короче, у меня есть Блейдмастер. Он умеет рубить. Так, экспан достроился. Ничего не понимаю, пацаны, простите. Ну, ништяк, это можно убить, кстати. Да нет, нет, к нам с тылу заходит, нас предали. Где, где этот свиток? Окей. Блин, ну придется убить. Я не виноват, что АИ такой. Тупой. Не, ну видно, что ребятам еще АИ нужно будет доделать, потому что, ну, слишком он отличается от привычного в Варкрафте. Вот. Но это, я думаю, вопрос времени. Уничтожаем экспанд. Да дайте выбрать героя. Нет, 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 нет. Какой слейн? Какой хиру слейн? Вы издеваетесь. Блин, вот этот косяк. Я что-то не заметил, как у нас отъехал Блейд. А, я уже заказал его? Да, хорошо. Ладно, уезжаем обратно. Так, это у нас что? Да нет же. Да что вы тут делаете, туп... В общем, ладно. Я так понял, точка Rally Point, он убирается после смерти героя на то место, где он умер. Блин, нет, ну не надо меня атаковать. Пожалуйста, я еще не готов. Кадой. Почему мы до сих пор без кадой это играем? Такой грант медленный. А почему у меня база достроилась? А, ну это, видимо, тоже свои проблемы. Потому что база достроилась, а гоблины до сих пор таскают к мейну это все. Не, смотрите, они игнорируют экспанд. Вот это прикольно. И таскают золото к мейну. А...
Да, скажем так. Ну, возможно, они таскают его к самому улучшенному зданию, вот, самому высокотехнологичному. Но когда, мне кажется, чуть-чуть теряется смысл экспанда в этом в этом плане. Вот, но это мое скромное мнение. Я могу быть неправ. Так, кастер в отдельную группу. Вы, уроды, сюда. Ты, урод, тоже сюда. Блин, пацаны. Так, идем покупать инвиз. Инвул, точнее. Ничего, сейчас мы... Не работает. Прикольненько, прикольненько. Так, ладно. Армия у нас есть. Подстраиваем грантов еще. Еще шамана одного. Давайте еще Кадоя. Хуманимба. Да, ну-ка в атаку. Нет, нет, нет. Ёлы-палы, что происходит, я не знаю. Блэд уходит в инвиз. Ну, мы, наверное, побеждаем, короче, да. Еще хилку поставим сюда. Блин, плохо, что группы не переключаются. Меня вот больше всего вот этот вот момент не радует. Нет, 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 нет. О, блин, как Блейд-то ушел, а? О, смотрите, как Блейд нарезает. Нет, не успеем. Да, приходится вручную все прокликивать. Так, ну в целом мы победили вроде как в этом замесе. Да я могу и вручную протыкать, мне не сложно. Но так бы все получше могло быть, на самом деле. Так, три шамана таких, три шамана таких. Бриллиант Саура не хватает чутка. Так, это мы убиваем все. Ой, как классно Блейта нарезает. А, золото-то закончилось. Вроде бы все хорошо, экспанта есть, но... Но его как бы нету. Отменить... Да я отменял, да, и заново посылал. Я постараюсь сейчас его просто улучшить до Т3, чтобы они раздуплились и все-таки. Пошли, ладно, в атаку. Ставим лечилку. Пускаем шоквейв. Ой, как классно. Ну вот, плохо то, что войска тупят. Они не должны тупить, не Блэдмастер, они должны ближайшего юнита атаковать просто по дефолту. Вот, вот это все нужно будет править, безусловно. Так, а где я поставил лечилку? Две вышечки такие. Прикольно. О, какая-то даже птица пролетела. Так, ну мне не очень, да, нравится то, что у нас экспан, конечно, не работает. Все, все полечились. Давай еще полечимся. Надо, конечно, сбегать домой за
Так, F4. Блин, а толстая жопа ходит с большим инволом, и я не в курсах вообще об этом. Тут экспанда нету. Окей. Значит, мы в целом в плюсе. Да, урены, точнее. Блин, ну, пацаны, не в этой игре это урены. Блин, я совсем забыл про эту урену. А, и бетона пока в игре тоже нету. Так, ладно, пойдем восполним ману пока. Блин, турены, точно. Я совсем забыл. Снести базу, чтобы... Вот это, кстати, хорошая идея. Ну, то есть она не очень, конечно. Вот, но... Но, да, это отдельный, кстати, совет. А представляешь, они сейчас вообще перестанут его таскать? Так, так, так. И сейчас Bloodlust не должен кастоваться. Bloodlust кастуется только когда... ну... Прикормите, они не таскают золото! Спасибо за совет, конечно, пацаны. Ребят, ну вот он же стоит. Смотрите, пацаны, вот это главное здание. Вы можете к нему таскать золото. Ну давай попробуем. Так, оп, хорошо. Не-не-не, вы берете и несете вот сюда. Так, давайте попробуем еще разок. Автоматически не получается, да? Ну ладно. Ох ты ж твою налево. Ребята, ну вот же он стоит, вот он. Я ДТ-3 вам его даже улучшил. Ядрен батон. Вот это тут. Да ну я ж в инвизе, да что такое? Я же мал. Блин, короче, у меня герой в инвиз не ушел просто. Бля. Хэппи бы успевал. Баг быстрый по стройке. Да. И Блэдмастер, то, что инвиз не уходит, как бы тоже очень довольно печально. Не, ну мне в целом нравится новая механика, то есть, смотрите. Оп, оп. А чем еще заниматься в Warcraft, да? Игра-то too easy. Ну, короче, это было нечестно. Я так вам скажу. Я мог выиграть раньше. Хотел попробовать просто Тауренов. Сейчас тогда сыграю за Хуманов. И Блэдмастер, который не уходит в инвиз, тоже прикольно. Микро, безусловно. Он всего 117 АПМ. Всем спасибо, что кто нас смотрит. Вот. Так. Это было весело. Нет, ну, да, такие технические моменты, кстати. Вообще нужно работать над искусственным интеллектом, чтобы Васька не тупили, а то
Они атакуют только тот юнит сейчас, который по ним стреляет. Такого быть не должно. Нужно атаковать тот юнит, который ближе всего находится. Ну, то есть самый ближний к тебе любой юнит. Даже если он не атакует. У нас два хумана против хуман-орка. Хуман-орк была, кстати, ну, не самая сильная связка в 2 на 2 в Варкрафте. Ей было очень сложно сильно играть, то есть Граби с кем-то играл, я вот не помню, правда, с кем. Там неплохо получалось. А так, самые сильные комбо были это Эльф-Андед и Эльф-Орк. Это были самые сильные комбинации в Варкрафте 2 на 2. Тут можно экспанд занять. Но, блин, занять экспанд это дело такое. А то вдруг опять не будет ничего собираться. Не, ну вроде должно, это баг только быстрой постройки. Насколько я понимаю. Уберем FPS, чтобы не разочаровываться лишний раз. Да, нет, Undead Orc, они в лейте были сильными, но все связки Undead Orc умирали раньше намного. Потому что если были Mass Finde с Mass Huntress'ками под мой, то Орк просто не выживал. Не была Орк Undead самой сильной связкой никогда. Она была третьей после Эльф Орка и Эльф Андеда. Учим отчасти. Так, ладно, надо сосредоточиться на игре. Тут более-менее приличные... Так. Паладин. Короче, у меня есть идея, пацаны. Мы пойдем в паладина. Эльфорк намного было сильнее. Там были дриады, там были медведи. Она была намного сильнее. Блин, ну как-то далековато лес находится от главного здания, на самом деле. Эльфорк была сильная связка Херакилом. Потому что там вылетали Хекс, там был Демон Хантер, там была Нага. И с Блейдом, соответственно, армии разваливались. Так, знаю я... Я одну олдскульную страту... Только там как-то по-другому все было. Так. Ламборгини. Так, что у нас с паладином? Паладин. Паладин крутой. С зеленым молотком. Я думаю, от цвета игрока отличается цвет молотка. Что за... Что за звуки какие-то странные? Так, а где... Ага, зеленую точку вижу, пошли. Не, ну ты тоже же бей. Все, дерево быстрее пойдет добываться наконец-то. Спасибо большое. Блин, классный вейпоинт. Так, надо вышечку построить. Так, а что тут за мобы-то вообще стоят? Скач какой. А что там, 3 тролля? 3 тролля. О, Блейд, 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 Блейд. Вижу, вижу. Окей, окей.
Мы пойдем тогда другим путем. Так, пошли рифлмены. В простонародье. Пошел ты. Нам нужен Аркан Тауэр. А, называется все равно Скаут Тауэр. Окей. Так, переодеваемся, идем ставить экспанд. Да ну нет же! Ты как тебя выделили-то? Что это вообще за звук-то такой, не понимаю. Как будто где-то Фаерлорд стреляет. Блин, у меня кто-то умер тут. Да нет же. Блин, как сложновато все это дается. Да ну нет, ну что вы делаете-то? Я же сказал всем назад. Клиника просто. Да. Да что такое-то? Я выделил раба, сказал, я хочу экспан просто здесь поставить. Все. Ты построишь вышку. Все, окей. Спасибо. Поставим тут в рабах сразу еще Гард Тауэр. Дерево капец не хватает. Ой-ой-ой, я там смотрю, там с Граби с кем-то пошли сравнивать. Ребят, вы полегче там. От аналитики. Ну что-то, у тебя же стоит точка сбора где-то тут. В лес. А, у нас еще и два паладина. Это отличный выбор. Просто отличный выбор. Так. К Найту можно выйти. Тут фонтанчик в жизни. Эх, ностальгия. Блин, вот это звук, как будто стреляет Фаерлорд, я вообще не понимаю. На самом деле, это так слегка напрягает. Просто откуда? Причем нигде ничего не происходит на карте. Ну, может быть, где-то и происходит. Может быть, это... враги оппоненты там что-то делают. Будем делать рейфлменов. Масса рейфлменов. Да ладно, отстань. Так. Ну, блин. Ну ладно, фут нам все равно не нужен. Пошло это два. It shall be done. Research complete. Upgrade... Так. Есть экспанд. Надо еще пару... башенок построить, я думаю, полечиться. Ала. Да откуда вы здесь пришли-то? Где вы вообще? Тут точки же нету даже на карте для крипинга. Лол. Вот это был лол. Оказывается, там есть точка, но просто на карте не показывается. Так, ладно, это не самое страшное.
сейчас мы их зафармим. Но тут фишечки такие, да, прикольные. А, вот откуда звуки. Но я этого не должен слушать, пока я туда не наведу, на самом деле. Да, 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 да. Да что такое-то? Блин, тут за мной страту-то мою повторяют. Ой-ой-ой. Вообще надо в коней сразу выходить, я думаю. Блин, золото, что так не хватает, что так не хватает. Ну чё ты ушел-то, друг? Мы будем тут драться. Что-то золота как-то нереально много. Мне кажется, тут слишком как-то по-старкрафтовски золото добывается. Ну что там, звездочка-то кинулась? Что-то звездочка-то не кидается. А это вообще как пур что ли идет? Да, это было весело. Так, ладно. Нам нужны... Как кто нам нужен-то? Да, давай так. Без кастеров что-то никак, мне кажется. Держись там, мой кореш. А чё, а почему точка сбора так пропадает куда-то, непонятно. Надо вообще второй барак поставить, чтобы потом заказать, соответственно, кнайтов. Т3 не должен быть доступен так рано, на самом деле. Он намного позже должен быть доступен. Я не помню, какие там технологии должны были быть исследованы для этого. Чё, пойти орка напрячь? А то не так на моего кореша. Ну, сейчас, будет парочка 40 с пристами. И дерево, ну, очень медленно добывается. Еще подстроим на дерево рабов. Не, ну это все такое, как бы. Блин, нет, нет, нет. Короче, никто не видел ничего. Все нормально. Ну, не задался, а телепорт просто. Надо вообще тут магаз поставить. Ну так же нечестно-то, блин. Ну нет. Нет, я не умирать, я не хочу умирать. Нет. Нет. Точку сбора тут меняем. Да что за лаги-то такие? Шаг-выстрел. Лечение. Шаг-выстрел. Короче, работает. Чё ты стал? Иди копай. Пошли к найты. Yes,
Так, ну пойдем попытаемся дойти. Мне надо так или иначе соединиться с армией. Все, ништяк. Ништяк. Идите сюда. Вы сюда. ТП купи. ППшка есть. Сфера не нужна. Так, спеллбрейкеры нам тоже не нужны. Да блин, через эскейпмент менять я забыл. А вот кони нам нужны. О, хорош. Есть два коня даже. Сейчас посмотрим, что там с экспандом у них. Блин, ну вставляет так-то игра. Ну, в смысле, интересно. То есть такие недочеты. Да ну пошли вы в жопу. Че, мы думаете, мы нагнем его? Да ну чините, негры, вы что делаете? Нет, 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 все чинить. Нет, ну нет же, они должны вычинивать. Да. Ой-ой-ой, какие лаги. Короче, надо сейчас выносить. И да иди же ты чини. Эх, надо было взять первого левела этот. Да что ж вы так кони громко скачете? Оглохнуть можно, блин. Ну лечи же. Блин, вот это тут зашло нам. Да убейте эту срань. Просто плохо прорисована на самом деле очень. Анимация. А, все, у нас все закончилось. И тогда все в Control One. Пятый левел, берем Defense Auru. Делаем Т3 атаку, рефам. Заказываем пристов побольше. Так, ну в целом экс убили хорошо. Вернемся сейчас на базу. Нужно... А, ТП есть даже, даже так, да? Хорошо.
Не хватает, кстати, архимага, к сожалению, с саурой, которая восстанавливает ману. Первый пал, это что это? Вот очень олдскульная стратегия была в 2 на 2. Ну, то есть там эльф с хуманом был, и хуман строил паладина и масс райфлменов, давая ауру на дефенс, вот этот, на армор. Вот, и очень круто получалось. А у Хантрески давали больше атаки, то есть там две ауры было у Патмы, трушот аура, которая дает рейндж юнитам больше дамаги, а у паладина аура давала дефенс рейндж юнитам. Вот, и так как ханты и рифлмены были рейндж юнитами, и они сейчас есть, то есть там крутые бонусы получались к атаке войск. Вот. Но так как эльфов нету, то их нету. Так, ну у меня так-то нормально уже по войскам. По войску. Так, пойдем пропушим. Что-то у меня все хорошо. Апгрейды у Рафаэлменов 3-0. Да, там, кстати, фонтан хила, про который я забыл. Мне не совсем понятно, почему мортиры просто автоатакой начинают бить в юнитов, ну, у которых меньше защиты от этого. То есть они автоматически начали по соркам с пристами бить. Приходит орк, делаем ТП. Вот они, туренчики, ребята. Посмотрим мы сегодня еще на туренов еще с вами. Это несказанно радует. Что ты заладил-то? Понятно все? Еще два раза повторять. У нас скоро 6-й уровень будет у меня. У меня и у нашей команды. Мутируем сразу вышечки. Тут делаем апгрейды на прочность зданий. Всех кнайтов мы протеряли. Так, ну я думаю, надо заканчивать уже. Тут с ребятами это все понятно уже. Блин, дерева катастрофически не хватает. А тут рубят дерево, понятно. На утре X-Manda это очень жирно, конечно. О, посмотрите, пацаны, какой танк обалденный. Смотрите, он с ястребом какой-то. Вот это вообще едок, конечно. Блин, держись, парень, я сейчас приду. Ох, какие-то урены. Здоровенные. Ну, подлагивает, ну что поделать. А вот и я. Подло в спину. Нападаю. Вот это надо сломать. И мы получаем 6-й уровень с ресурректом. Полечим нашего союзного паладина. Шаг выстрел. Оп, окружить, оп.
Видали, пацаны? Вот это скелет, да? Просто мясо. Пошел замес. Да ну хватит колдовать эту срань, она так больно бьет что-то. Блин, ну... Если бы это не лагало, можно было бы нормально ломиться. Ладно, у нас есть ульт. Тут главное героя не потерять, и можно драться. Блин, я бы с радостью, конечно, зафокусил бы кого-нибудь вообще вот с этими лагами, но... Нет, нет, нет! Вот же ж хитрая жопа. Засел там за вышками своими. Пойдем сюда сходим. Вообще воркшопы можно построить. Да, тут есть что-нибудь? Так, у меня скоро закончится зарядка на аккумуляторе на планшете, к сожалению. Вот, поэтому мы сейчас доиграем эту игру, я пообщаюсь с разработчиком и на этом, наверное, закончим на сегодня. Ну, тут очевидно победа. Вы сами знаете кого. Вот это бой века. Тыц-тыц. 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 А смотрите, вот этого... Желтый молот у этого паладина союзного. О, прикольно, вот рабочий дивайн. Вот рабочий дивайн выглядит реально круто. А не то, что какая-то сфера с шариком. Вот так прикольно очень. Мне нравится. Что у нас там по апгрейдам-то? Окей. Так, ладно, пошли в атаку. О, ракетные вышечки. Выглядят вот так вот, кстати. Блин, как больно-то. Вообще какой-то нереальный дамаг, если честно, у этого поджигания. Никогда таким не был. Что-то уж очень жесткий он. Вот сейчас он выстрелит, и сейчас мы кастанем ультет, смотрите. А вот так тебе. А хо-хо, не хо-хо, как говорится. Все, маны-то больше нету. Ой, кнайта-то как выхилили. Так, а куда бы вас послать, крестьяны? Идите, короче, рубить дерево просто. Блин, мана закончилась, к сожалению. Восьмой левел. Блин, вот этот войска тупят неприятно, конечно, очень. Стоять! Тут погоня за блудмагом. Пытается застроиться быстрыми вышками. Как бы нас сейчас сзади не приняли. Да вот, ну фокус же его. Ну вот фокус, вот его. Блин, что-то часть войск не хочет его фокусить. Опять пропал курсор. Да я знаю, что ты здесь. Блин, вот что с вот этим делать? Нам нужно много 40 спеллбрейкеров. Блин, вот он же здесь стоит, блудмаг. Я же его вижу. Искажено так. Ну, видно, что кто-то здесь прячется.
Нет, 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 нет. Окей. Блин, там орк остался. Вообще, блин, что я делаю? Какие кастеры? Надо было просто грифонов построить. Блин, вот это я дно. Вот это я дно. Думаю, чем же тауренов-то контрить? А контрится-то не... Ну... исключительно... грифонами. Саша, да, дела, ну, не очень. Сейчас мы еще алтарь убьем. Ну попробуем, может быть, и такой армии сможем вытащить, потому что сорки вешают слоу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты чё такой агрессивный-то, парень? Да не надо же нападать. Ну-ка, иди сюда. Блин, а проблема в том, что здесь-то таурки плохо стоят. Блин, и тут можно забрать. ФПС 26, неплохо. Маны не хватает, правда, ни пристам, ни соркам. Так, ладно, бог с ним. Опачки! Это отвести, это подвести. Ёлки-палки. Короче, мы знаете, как победим? Мы сейчас сражаемся через атаку. У меня сейчас откатился ульт. Чем бы все ни закончилось, мы сейчас быстренько все ресурекнем. Да. Оп. Что-то маловато рифов воскресилось. Фокусим. Минус ССХ. И это GG, ребята. Это Flawless Victory, я думаю. А чё? Странно, как-то тут войска заказываются. Блин, не тот апгрейд. Да, были бы грифончики, было бы все проще. Но тут еще опять же апгрейды вытащили. У меня апгрейды 3-3. И на миле 1-2. А там, я думаю, нет апгрейдов никаких. И... изи каточка. Так, выходим из игры. Сейчас я созвонюсь, соответственно, с... непосредственно разработчиком. Вот, услышим, что он по этому поводу думает. Ой, сори. Вроде... А, да, Сережа все-таки стримит Лего, это хорошо, его туда пригласили. Я, кстати, пока мы ждем созвона. Уже не ждем. Вкусный лимон. Да, алло. Привет. Здравствуй. Это на связи Александр Николаев, непосредственно разработчик. Я понимаю, так и... проекта, основатель и просто хороший парень. Да, еще один разработчик, ведущий кодер был Дзюк, с которым вы поиграли. Который фидел, что ли? Нет, не который за тебя был, а который и со мной играл. Угу. Но он, кстати, неплох. Это верно. Ну, тяжело играть. Я, на самом деле, ну, не тянет у меня компьютер абсолютно пока. Вот, видимо, вопрос оптимизации, я думаю, оптимизация это все когда-нибудь решится. Ну, да, у нас с оптимизацией задача стоит. Угу.
как бы сейчас можно играть на низких настройках, но так как часть моделей у нас, например, умирают с помощью физики, ну, просто не очень красиво будет, будут зависать модельки некоторые. Вот. Поэтому и не советуем на низких играть. Так как над картинкой работаем прежде всего на средних и выше. А как... потом уже. Понятно. Какие у вас вообще планы на альфа-версию, бета-версию и дальнейшие вообще планы по проекту? Ну, сейчас мы все вооружились огромными тесаками и шлифуем наш мод к открытой альфе, которая стартанет в конце января, 30 числа, ну, максимум со сдвигом в 2 недели. Вот. Тогда же мы и стартуем кампанию по сбору денежных средств на Кикстартере. Соответственно, не пропустите этот момент, мы его еще дополнительно анонсируем. Вот такие вот планы. А что собой будет закрытая альфа представлять? В закрытой альфе мы... Нет, она будет не закрытая, а открытая. В открытой альфе будет точно две фракции. И в течение кампании на Кикстартере мы обещаем подогнать еще от 2 до 5 миссий пролога за Орду, если вы помните. Даже так. А основано будет на третьем Варкрафте? Да, конечно. Мы базово берем концепт и сюжет Warcraft 3. Единственное, что мы до этого обещали сделать, это возможность кооперативного прохождения, то есть с двумя игроками. А даже так, будет кооп, ребята. Да, вот такая вот. Ну что ж, интересно, я вот со своей стороны, ну если мы не берем оптимизацию, да, есть некоторые мелкие баги, вот в основном мне AI местами, так скажем, не очень порадовал. F3, F4 вместо F1, F2 тоже, ну, очень непривычно на самом деле. А так вот в целом я скажу, что мне игралось интересно, даже с учетом всех вот этих вот мелких таких недоработок. Ну, это закрытая альфа, мы все понимаем, что ждать от нее много как бы не стоит. Но даже на данном моменте я скажу, что выглядит все довольно неплохо. Вот, учитывая то, что я сколько... 7 лет, 6 или 7 лет я проиграл в Warcraft на полупрофессиональном уровне, потом также в StarCraft, получается, 3 или 4 года. Вот, и мне было интересно играть. Если есть что добавить, можешь что-то еще добавить. Вот. Круто, окей. Спасибо, во-первых, за игру. Да, действительно, у нас первые стримеры, которые играли, играли на достаточно среднем уровне. Даже мне удавалось их каким-то образом побеждать. Однако вот со вчерашнего дня у нас идет поток игроков, которые действительно играют очень профессионально, очень хорошо, очень качественно. И видно, что вот этот олдскульный костяк, на котором, собственно, и держался Warcraft долгое время, он может с легкостью влиться в то, что мы делаем, и играть как бы на том же уровне, не теряя вот этот вот скилл, который они получили в Warcraft 3. Да, у нас есть еще куча в корневой механике недоработок. В частности, замечали такие баги с блокированием юнитов, с вот этим как раз F1 и F2, это стандартные старкрафтовские клавиши. Но я думаю, что это в ближайшее время мы сможем подправить, и уже к альфе как бы вы будете играть в действительно Warcraft на качественном движке, с качественной графикой, как прям в старые добрые времена. Ну, в целом, давай тогда так договоримся, где-то, наверное, как раз к открытой альфе, когда вы подлатаете все, попробую пригласить кого-нибудь вроде Хавка, ну, довольно популярный варкрафтер. Вот, если у него будет желание, постримит, и либо поищем еще каких-то более таких популярных стримеров, вот, чтобы уже как бы альфу полноценно осветить. Вот, был. Да, конечно, здесь даже можно было не предлагать, но с удовольствием еще раз поиграем. А что самое интересное и какая замануха тут буквально на днях мне пришла, мне написал Груби, тот самый, который Граби. Граби, да. Вот, он сказал, попросил с ним связаться, и мы это сделали. В ближайшее время мы, возможно, еще и с ним поиграем. Нам безумно страшно, потому что, скорее всего, придется играть втроем против одного. Я понял. Вот, но я думаю, что именно от него мы получим, ну, просто колоссальный фидбэк по вот этим всем тонкостям игровой механики, которые вот на которые постоянно обращают внимание. Ну, я думаю, ребята из Back to Warcraft тоже уже дали
порядочно фидбэка, они... Да, 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 конечно. От них мы тоже получили очень много фидбэка по игровой механике. Было очень приятно их послушать, было приятно с ними пообщаться, было приятно с ними, чего уж там стоит поиграть. И действительно у нас в нашем специальном трекере, где мы отмечаем всякие баги и недоработки, у нас после игры с ними получилось самое большое количество фидбэка. И задач каких-то, да? Да, да, конечно. Понял, спасибо за предоставленную возможность, Александр. Я надеюсь, мы будем продолжать сотрудничать в рамках этого проекта и в дальнейшем. Да, конечно. Обращайтесь, звоните, мы на связи, мы здесь, совсем неподалеку. Все, у нас у всех есть, вы знаете, наши ВКонтактики, Фейсбуки и так далее, где нас найти. Ну и у тебя я есть в Скайпе, всегда обращайся, если что-то нужно будет организовать. Да, большое спасибо, тогда я отключаюсь. Все, тогда до связи, пока. Все, пока-пока, всем удачи. Так, это вот был один из главных разработчиков. Кому интересно, вот ссылка на группу ВКонтакте. Ну, в целом, мне очень нравится, что ребята этим занимаются. Надеюсь, вам стрим сегодняшний тоже так или иначе понравился. Я как бы не профессиональный стример, не профессиональный комментатор. Вот. Но я думаю, в дальнейшем трансляции продолжатся так или иначе. Вам спасибо, что пришли, что посмотрели. В дальнейшем, может быть, дополнительно какие-то будем проводить стримы. У нас тут, я вам солю чуть-чуть инсайда, удалось договориться с разными крупными, так скажем, организаторами турниров. Вот сейчас вот Pomi стримит СК2 Improve Team League, да, это командная лига. Вот, плюс я договорился с китайцами, они готовы нам предоставлять слоты в своих командных лигах, ну, то есть в своих лигах вообще во всех китайских, только сейчас думаем, как это организовать. Плюс одна Lotus лига от Take TV, мы тоже с ними переговорили, точнее я с ними переговорил, дали нам доступ. В общем, StarCraft'а станет больше, так или иначе, и я надеюсь, что это хорошо, да, в целом для портала, для развития. Вот. Вам спасибо, что смотрели. Все, ребята, всем спасибо и до новых встреч. Следите за анонсами. Всем пока.